Знаю вашу давнюю любовь с Александром Юрьевичем Домбровским, что вы его не перевариваете. Почему так? Почему? Дело же не в том. Ну, то, что сейчас вскрылось, это потому что Петр Алексеевич много беды надел городу. Дело в том, что я всегда говорил, они же говорил, что, допустим, всегда говорят, что вот как было и как стало. Потому что намного улучшилось состояние города, когда стал Владимир Борисович секретарем, мэром. Но оно же видно. Перемены в городе. Вот это не то. Мне надо метрики, как было и как стало. Пример хозяйственного Домбровского, улица Соборная. Посмотрите, что делается. Сколько она ремонтируется. Каждый год мы туда вложим деньги. А я кричал, я говорил, что нельзя делать, они же ушли специально. Если бы делать дорогу, надо было тендеры объявлять. Так они сделали конструкцию трамвайных петель. Да, сделали хорошо, а дорога убита. Она же проваливается. Это уже сколько, считайте, лет, с 14 года, 17 лет убита. Вот я пример привожу. Владимир Борисович, он как-то мне говорит, в смысле, что смотрите, я сделал площадь перед мэрией. Мне говорили, что я взял дорогую плитку. Вы видели, сколько эта плитка стоит? Как положили? У нас какие-то... Клинкер, да? Да. Хоть одна вмятина есть? Нет. Посмотрите на Соборную. Вот он, две разницы. Комсомольцы и человека делают. А за микрорайон Подолье многие говорят, что не так надо было делать, или вообще не делать, или делать по-другому. Или это отдельная история? Это отдельная история, это, понимаете, за это он должен лет 800 в тюрьме сидеть. Я всегда говорил, что только над всех больными издевался только один режим. Режим нацистский, режим Домбровский. Нельзя было забирать. А сейчас, мне когда-то, сейчас к чему идет, что больницу, вы ж, когда-то мне Андрей Алексеевич Рева сказал, говорит, вот ты выступал, а я нашел, планировались психбольницу убирать, ее сейчас убирают. Рано или поздно ее съедают, она будет съедена. И что мы добились? Любой ценой найти Геренко, под него взять Аркаду, банк и пустить, когда все есть, коммуникация под ветер, все рядом. Что лучше надо было по тем временам? Как построить микрорайон, отдать микрорайон под строительство. А что Геренко, а что не было конкурса, а что было тендер? 50 гектаров земли? Там же нарушение, больше 10 гектаров земли надо давать совершение коммерции, ничего же не было. А что придумали? Элементарно просто. Землю дали Уксу. А Геренко якобы должен был провести коммуникацию. Под коммуникацией мы дали уже дальше строить. А земли же перед вами, так в Уксе оставалось.